чем угодно. И все это время внутри нас работает сложнейшая машинерия. Почти 100 триллионов клеток работают слаженно, чтобы вы не испытывали дискомфорта. Одни защищают вас от невидимых врагов. Благодаря другим вы видите, слышите и думаете. Третьи помогают вашему телу работать без сбоев, как часы. Но понять, насколько совершенными создала нас природа, можно только заглянув в самую суть жизни – человеческую клетку. Это, собственно, самое совершенное, что есть во Вселенной. То есть одна конкретная клетка, живая, это гораздо сложнее, чем целая планетная, так сказать, система, чем целое скопление галактик, потому что сложность этой системы гораздо выше. Вот, и мы пытаемся в ней разобраться. В простых механических часах можно найти 130 деталей. Самые сложные могут состоять из нескольких сотен. Но ни один механизм, созданный человеком, не сравнится с устройством одной единственной клетки его тела. И то, что происходит в каждой, — настоящее чудо. Клетки, как таковые, были открыты с изобретением микроскопа, это там больше 200 лет назад. И сейчас уже очень много известно про все эти тончайшие механизмы, которые в них идут. Но при этом я бы назвал клеточную биологию, вот этот вот раздел биологии, который занимается клетками, очень молодой наукой. Потому что на самом деле ничего не понятно, что там происходит внутри. А чем больше мы узнаем, тем больше всяких тонких регуляций вылезает. Устройство каждой клетки до сих пор загадка. Это не просто ядро и обслуживающие его запчасти – органеллы. Если выписать название всех органелл, дополнительных структур и рабочих молекул, находящихся внутри одной единственной среднестатистической клетки, мог бы получиться телефонный справочник огромного мегаполиса.